20 ноября стал историческим днем для Казахстана. В этот день, как и жители всей страны, темиртаусцы отправились на избирательные участки. Сегодня 20 ноября – очень важный день для всей республики, как для нашего города в частности, и для всей страны в целом. Это выборы, выборы президента республики. Сегодня, именно сегодня, определяется ближайший курс нашей страны на ближайшие 7 лет. Горожане заранее получили уведомления об избирательных участках, на которых они могут оставить свой голос за кандидата. А к людям, которые в силу определенных обстоятельств не могут выйти из дома и проголосовать, специалисты выезжали лично. На нашем участке находится 6 наблюдающих. Сейчас у нас часть комиссии, получается, 2 члена комиссии уехали с станции Жанаул, потому что у нас есть заявление голосования на дому, то, что далеко. Вместе с двумя наблюдающими, получается, они все вот уехали голосовать на станции Жанаул. Молодежь города также активно участвовала в президентских выборах. Одни танцевали флешмоб под патриотическую песню, даря хорошее настроение присутствующим. Вторые пришли впервые голосовать. Я вот впервые сделал свой выбор, шел на избирательный участок. И то, что важность этого мероприятия прям очень огромная, потому что если все вместе это будем делать, все не поленятся делать свой выбор, мы сможем сделать огромный шаг для светлого и будущего Казахстана. Народные избранники не остались в стороне от исторического момента страны. Депутаты городского маслихата также получили бюллетени и сделали свой выбор. Я свой выбор сегодня сделал, проявил свою гражданскую позицию. Теперь сделайте выбор свой вы. Молодежи страны это очень важно, так как я сам являюсь, да, самым молодым депутатом нашего города. Молодежь может сама взять и пойти сделать свой выбор, проголосовать за того кандидата, который им близок по духу, который им близок по его программе предвыборной. То есть само слово «Нового Казахстана» это уже, да, оно звучит, оно уже дает очень большую надежду. Всего в городе работало 57 избирательных участков. Несмотря на то, что члены комиссии прошли специальную подготовку, избежать нарушений не удалось. В настоящий момент по Карагандинской области особых нарушений действующего законодательства не выявлено. Только в городе Темиртау на участке номер 316 зарегистрирован факт выдачи 2 бюллетеней одному человеку. Мама пришла с удостоверением ребенка своего, получила бюллетень и за себя, и за ребенка, и, грубо говоря, за него произвела голосование и бросила в урну. Это заметили наблюдатели, представители СМИ, и комиссия согласилась с данным нарушением, составлен соответствующий акт, составлены соответствующие объяснительные, которые будут направлены в территориальную избирательную комиссию при подведении протоколов итогов по городу. По предварительным итогам голосования на внеочередных выборах президента Республики Казахстан наибольшее количество голосов среди кандидатов набрал Касым-Жумарт Токаев – 81,31%. Ольга Цуканова, Арман Абылхасымов, Сергей Баданин, новости Темиртау.